Доброго времени суток. Сегодня у нас на обзоре ноутбук от компании MSI, модель Katana. Пробежимся по основным характеристикам. Вот его модель. Процессор вместе с видеопамятью. И насколько у него жесткий диск. Соответственно, идем дальше. Проверяем на звук. Матрица сочная, без особых засветов. В дальнейшем мы еще в этом убедимся и обязательно проверим. Идет с небольшой задержкой, потому что одновременно там еще обновление на Windows, на видеокарту качает. Можно еще спросить, а Galaxy A54 то есть? Сколько? Нет, засветов, как я сказал, в принципе нету. Так же как и битых пикселей. В комплектации к ноутбуку идет только зарядка. Зарядка вот какая. Кабель, соответственно, нигде не перебит. По корпусу нюансов никаких не присутствует. Трекпад так же как работал, так и работает. Проверим еще разъемы флеш. Также все разъемы работают. Клавиатура русифицированная, с нашей гравировкой. Как сказал, трекпад работает. По краям дисплея также не присутствует никаких нюансов. Вот небольшая затертость. Хотя нет, не затертость. Перфорация такая. Я покажу внешний у него шильдик. В принципе все, ноутбук просто изумителен за данную сумму денег.